Нацбанк разрешил финансовым учреждениям покупать валюту без копирования паспортов. Процедуру упрощают временно. В частности, разрешается приобретать иностранную валюту при предъявлении удостоверения личности. Эти нововведения вскоре вступят в силу и будут действовать до окончания чемпионата Евро-2012, сказано в сообщении главы НБУ Сергея Арбузова, размещенном на сайте регулятора. Напомню, постановлением, вступившим в силу с 23 сентября, НБУ обязал банки осуществлять документальную идентификацию граждан, меняющих валюту. А уже на этой неделе Нацбанк рекомендовал финучреждениям и обменным пунктам ставить печать кассы банка или пункта обмена на ксерокопиях паспортов клиентов, обменивающих валюту. По данным НБУ, это необходимо для предотвращения использования копий паспортов в каких-либо иных целях.